Разобрать ошибки и дать исчерпывающую информацию. Для сотрудников администрации промышленного района Самары провели обучающий семинар по работе в системах муниципального центра управления. Семинар прошел с участием заместителя главы Самары, руководителя МЦУ Елены Москвичевой. Всем собравшимся рассказали о тонкостях функционирования и взаимодействия с платформой обратной связи «Госуслуги решаем вместе». Муниципальный центр управления является неотъемлемой частью механизма, который позволяет оперативно решать вопросы, возникающие у жителей городских районов. Для этого МЦУ использует самые современные сервисы – систему инцидент-менеджмент и платформу обратной связи. Благодаря такому подходу специалисты имеют возможность не только фиксировать и обрабатывать обращения граждан, но и анализировать комментарии, выявляя наиболее острые проблемы. В системах работают все районные администрации и профильные департаменты, которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют с ресурсоснабжающими, подрядными и обслуживающими организациями. Это позволяет оперативно реагировать на запросы самарцев и решать задачи в максимально короткие сроки. Обучающие семинары, которые проводят для специалистов, позволяют сотрудникам максимально качественно и оперативно взаимодействовать с новыми сервисами. Ранее подобный семинар мы проводили для сотрудников муниципальных предприятий городского округа Самара, которые также работают на платформе обратной связи. И уже видны первые результаты, то есть уровень удовлетворенности граждан ответами в целом повысился. Семинар дает свои положительные результаты, как бы уже принес положительные результаты. Ну, пополнилось наше знание, разбирались конкретные ошибки, которые мы допустили. Я думаю, что такие семинары нужно проводить, и они эффективные. В ближайшем будущем в Самаре планируют провести еще несколько обучающих семинаров для сотрудников городских районов и муниципальных предприятий. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.